Днями у М'янмі, а це колишня Бірма, трапився військовий переворот, в результаті якого фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжі загриміла за грати. І невідомо, коли звідти вийде. Як ікона демократії стала лицом геноцида. Комітет ООН по правам чоловіка обвинив власть М'янми в геноциді, а лично Аун Сан Су Чжі в бездействии. В сентябре 2018-го двух бірманских журналистов Reuters, которые расследовали этнические чистки, приговорили к 7 годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне. Йдемо далі. Свого часу Сан Су Чжі провела під домашнім арештом 15 років. І саме тюремне ув'язнення стало непоганим трампліном для стрімкої політичної кар'єри. Зрештою, чого вартий приклад Юлії Володимирівни, яка завдяки Качанівці у 2012-му була номінована на Нобеля миру, а згодом прямо на візку в'їхала на майданівську сцену. Коротше кажучи, в'язниця – це вдалий старт або нова точка відліку, якщо хочеш надовго закріпитися у великій політиці. І вчора цим шансом скористався Льошка Навальний, який з Невального перетворився у Невольного. І, як завжди у таких історіях буває, насправді не все так однозначно. У мене питання такий. О чому ви мечтали в дитинстві, о чому ви мечтаєте зараз? От, знаєш, це такий непростий на самом деле вопрос. Мечта, она все время трансформируется. Разумеется, что у Владимира Владимировича есть мечта, и не просто мечта, а мечтища. И во вторник она, наконец, осуществилась. Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. Суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима. Да, личного врага ВВХУ Леху. Ну давай, ну вот сейчас скажи. Бутербродного. Навальный. Таки посадили и дали ему. Дайте его в тюрьмы. Ну окей, не 0,1, а 2,8. И там еще апелляцию можно будет подать, а может и не подать. Короче говоря, Леша с Невельного превратился в Невольного. Ты на зону едешь, все. И это неоспоримый факт. В своем последнем слове Леша довольно вяло пытался протестовать и приплетал к этому историю. Вот знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, и будет у нас Владимир Отравитель Трусов. Но опять же ничего не получилось. Навального все же закрыли. И пока он готовится мотать срок, а его жена и прогрессивные российские либералы ждут, когда их мессия выйдет на свободу, можем с уверенностью утверждать – никогда. На простом конкретном примере объясняю. Обратите внимание на время и дату, когда объявили приговор Навальному. Суд отправил Алексея Навального в колонию. 19.22, 2 февраля 2021 года. На первый взгляд ничего особенного. 2 февраля, 7 часов вечера. Теперь давайте посмотрим, что еще произошло 2 февраля. День Бабака відзначається щороку 2 лютого. Это еще не сказочка. Это еще только смазочка. Да, день сурка. День, когда из тайника в американском городе Панксатоне достают сурка Фила, чтобы он предсказал приход весны. Если сурок увидит свою тень, следует ожидать долгую зиму. Если не увидит и не вернется в нору, значит будет ранняя весна. Да ты упоротый! А теперь вспомните бессмертную классику «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли. Когда именно достали сурка из норы? Сегодня, 2 февраля, в 7 часов 22 минуты 30 секунд. А когда осудили Навального? 19.22, 2 февраля. Совпадение? Да, совпадение. Да, мстительный дед с помощью черной магии захотел запихнуть своего врага в вечную петлю времени, которую попал лирический герой Билла Мюррея, и который не мог из нее вырваться, короче говоря, долго. Теперь Леша будет проживать каждый день 2 февраля вновь и вновь, ездить на заседание, слушать свой приговор, рассказывать о Владимире Отравителе Трусов, а утром снова будет просыпаться и опять все по кругу. Вы знаете, вот так делали древние люди. И так будет продолжаться до тех пор, пока Леха не поймет, что нужно сделать для того, чтобы разорвать этот порочный круг. Потому что если Билл Мюррей полюбил свою напарницу и любовью уничтожил злую магию, то так и Невольному придется полюбить своего врага всем сердцем.
перед тим, як перейти до паливної кризи, від якої потерпає один далекий російський регіон, на конкретному прикладі поясню, чому «руський бунт» безмістовний. Наступне відео знято неподалік з Симоновського суда у Москві, де заглох автозак із протестувальниками. І щоб добратися до місця призначення... Его пришлось толкать самим арестантам, чтобы добраться до места заключения в Егорьевске. Вот так вот, В принципе, это все, что вам нужно знать про российский протестный дух. Ну, добре, еще несколько деталей. До Егорьевска от Москвы, до речи, больше 100 километров. Когда же спецприемник виявився переповнений с 25 человек, которых привез автозак, под арешт поместили лишь 5. Решті довелося очікувати на перерозподіл. Влітку 480 року до нашої ери величезна армія персів під керівництвом царя Ксеркса вирушила в похід на греків. Під час переправи через Галеспонт бурхливе море руйнувало понтони, багато воїнів гинуло, а кораблі потрощило. Розгніваний Ксеркс тоді наказав – море потрібно бити батугами та ланцюгами, щоб покарати стихію за свавілля. Через 2500 років методи Ксеркса візьмуть на озброєння в одній далекій східній державі. Тільки там замість моря – народ, а замість батугів – бензин, епос епічний, хабаровський. Вам приходилось слышать неприятное утверждение? Сырьевой придаток в отношении России. Обычно оно сопровождает мнение, что наша страна сидит на так называемой нефтяной игле. Конечно, все это мы слышали не раз, и что самое интересное, так оно и есть. Главные доходы бюджета Рашки-Федерашки составляют ископаемые углеводороды, нефть и газ. Стратегические отрасли, которые полностью находятся под контролем государства, и благодаря которым Пынистан до сих пор существует. Я люблю нефть. О черном золоте пишут песни. Очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть. Что будет, если нет? Черное золото дарят деду. Соломон Самсонович запопадливо виймає з кишені красиву коробочку з калом, оздоблену паліхською розписью, і протягує Мурзіку. Понюхайте, це імпортний, ви такого не нюхали. Да и вообще, лишь разведанных запасов нефти россиянам хватит на ближайшие лет так 35, а то и 40. Ну, буквально на днях оказалось, что Хабаровск не Россия. Топливный голод в Хабаровском крае. На некоторых заправках не осталось бензина и дизеля, у других выстроились очереди из десятков машин. Как же это так? Ну, то есть формально Россия, но реально не очень. В плане той самой нефти. В Хабаровском крае из-за дефицита бензина стали продавать места в очереди на АЗС. Да, в стране, где нефть течет прямо из кранов... И в ней купаются особо продвинутые пользователи. То есть бензин не то чтобы закончился. Роснефть в сторону Горького. Километровая пробка на заправку. Он есть. Но если в других российских регионах цена его не превышает 50 рублей за литр, то в Хабаровске... В Хабаровске появились объявления о продаже бензина по цене 80-125 рублей за литр с доставкой за 150-250 рублей. Также в городе стали предлагать занять очередь на заправочной станции за 1000 рублей. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять, за тебя, Родина, мать. Местное население, стоя в многокилометровых очередях возле АЗС, ситуацию оценивает с достоинством. На работу, некоторые находят и более приемлемые выражения. Жох уже здесь, 12 литров стою. Очередь 150 человек. Но все сходятся в одном, с бензином в Хабаровске беда. То есть все рушится, просто все рушится. Это как кровеносная система, и она не работает. Официальная причина беды – авария на местном нефтеперерабатывающем заводе. Неофициальная – месть хабаровчанам за многодневные протесты в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Мол, именно из-за этого власти не спешит решать ситуацию с горючим, хотя действующий губернатор от ЛДПР утверждает, что все под контролем. 500 тонн. С хабаровского НПЗ свежего бензина уже поступили в розничную сеть. Вы
Выход у мятежных хабаровчан один – послушать главу Российской Госдумы. Не нефть и газ – наше преимущество, как вы видите. И нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Стоит лишь один раз выйти на демонстрацию с плакатами не против деда, а за него, и чистое топливо по низким ценам тут же потечет. В період світової пандемії небувалого розквіту отримали різноманітні сервіси доставки. Адже надзвичайно зручно замовляти товар в онлайні і потім за кілька хвилин, годин чи навіть днів його отримати із рук кур'єра. Відповідно, кур'єрами стали найрізноманітніші прошарки населення, починаючи від студентів і закінчуючи колишніми головами корпорацій, яким пандемія наламала усі бізнесові дрова. І вони зараз вимушені крутити педалі. Хоча, як виявилося, можна і не крутити, а просто натискати в якому-небудь Аурусі. Я же работаю каждый день. Я не царствую. Все давным-давно знают, работает дед мощно, не покладая руки. Совсем ему не до этих мирских мелочей. Слухов о каких-то дворцах за 100 миллиардов, тем более дворцы-то не его, а друга. Друг вон сам на днях признался. Да, уже теперь это не секрет. Поэтому пока плебс перемывал косточки его плешившеству бузил и готовился к суду над Лешей Бутербродным. Навальный. Ну хорошо, Навальным. Дед в поте лица занимался действительно нужной работой. Короче говоря, работал как вол. Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Президент возложил цветы к могилам Василия Ланового и Евгения Примакова. Что? Да, весь понедельник Владимир Владимирович Кривоногих, повелитель Макшан, царь Мещер с чудями и другими лаптеногими, кавалер ордена Золотого Ёршика и просто хороший человек, занимался доставкой цветов. Я работаю каждый день. Работал дед просто в поте лица. Сначала доставил огромный букет к патриарху Кириллу. Дальше наступила очередь прошвырнуться по кладбищам. Сначала на могилку к попереднику съездил. Дело не во мне, дело в стране, в наших гражданах, в судьбах нашей страны. Затем по букету занес Примакову и Лановому. А тут уже ночка и день прошел. Плодотворно дед поработал, можно и в люлю. Потому что потел на работе Вовчик не напрасно. По 17 миллионов рублей за букет можно жить. А я не понял! Понять трудно, но нужно немного терпения и цифр. Ежегодно на содержание Владимира Владимировича и всевозможных песковых свайна расходуется до 26 миллиардов рублей. Если эту сумму взять из расчета в день, то получается 71 миллион рублей с копейками. За день Пыня посетил 4 места, куда он доставил цветы. Один букет патриарху и 3 на кладбище. Соответственно, стоимость доставки одного букета 17 миллионов 808 тысяч рублей. Это мерзость. Это реально мерзость, типы. Можно было бы, конечно, найти какого-то работника из Средней Азии или чистокровного русского Ванюшу с глубинки, который за скромную цену в 300 или 500 рублей доставили бы букет прямо под дверь. Но это совсем не то, чтоб какой-то таджик принимал и вручал цветы патриарху. Вы придурки, нет? Поэтому дед столько за свои услуги и берет. Ремонты во дворце за что-то делать надо. А так скоро вообще в доставку с головой погрузится, службу свою учредит. Ведь дело-то весьма и весьма прибыльное. С такими-то бюджетами. Як відомо, незабаром російські діти стануть головними кінокритиками у себе в країні. Принаймні, Ейзенштейна чи пізнього Міхалкова та Андреасяна доведеться вивчати. Путін поручив розглянути вопрос изучения в школах отечественного кіно. Окрім кінокритиків, малі росіяни ще й перетворюються на знавців шедеврів реклами. І не лише малі росіяни, адже перед переглядом Кримського моста і панфіловцем усіх чекає просвітницька п'ятихвилинка. Звісно, на російські протести ходити весело. Но не часто. Когда ничтожность российских демонстрантов становится еще ничтожнее перед дубинкой полицейского, но главный миротворец мира... Ребята, давайте жить дружно.
нашел лайфхак, как не допустить столкновений. Всего лишь убедить людей не ходить на митинги. И для этого придумали перед киносеансами показывать пропагандистские ролики, призывающие сидеть дома. На деле это будет несанкционированная уличная акция. Многие из тех, кто окажется с тобой плечом к плечу, выходят за деньги в роли заводил. Их задача – спровоцировать столкновение с полицейским. Пока такие ноу-хау в кинотеатре Нижнего Новгорода. Украина, 2014 год. Митинг за мирную цель перерос в столкновение с жертвами. Страна погрузилась в глубокий кризис. Но скоро такое будет во всех кинотеатрах страны. Хотя и это только первый шаг. Потому что уже перед сеансами будут показывать короткие ролики фильмов. А после него большое и интересное кино о доблестных подвигах ВВХ. На ваш взгляд, на этом этапе удалось защитить Отечество? Восхитительно, дорогой, восхитительно! Это ваш лучший фильм, Йозе. Безусловно. Спасибо, мой фюрер. Спасибо. Конечно, есть подозрение только, что тогда протесты могут приобрести другой формат. І з силою краси не посперечаєшся. Річ це, звичайно, абстрактна і часто суб'єктивна, але сила і сила страшна. А якщо ця краса ще й служить у розварті її, то це... Це повний пиздец. Бо якщо спробувати звільнити цю страшну красу, то так просто вона не здасться, а звернеться до суду за справедливістю. Мало кто знает, но не все росгвардейцы настолько хрупкие, что их может травмировать даже бумажный стаканчик. Например, у них есть, а точнее была, прапорщик Анна Храмцова. Девушка – профессиональная бодибилдерша, ведет инстаграм, посвященный своему хобби, а в 2019-м даже выиграла звание самой красивой ментовки Федерации. И, пожалуй, в России нашлись бы желающие встретиться с ней на митингах. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Но такого счастья тамошним мазохистам не видать. Ведь в конце прошлого года красу Росгвардии со службы уволили. К тому же уволили с позором. Победительницу всероссийского конкурса «Краса Росгвардии» уволили со службы из-за публикации в Инстаграме. Анна Храмцова разместила на своей странице видео с режимного объекта. Пост увидел коллега девушки и пожаловался командиру. По словам Храмцовой, она снимала видео с целью поднятия боевого духа. Хотя, судя по Инстаграму, не то чтобы девушка сильно переживала об увольнении. Но, похоже, все-таки решила не сдаваться без боя и побороться за честь своих погон. Говорит, уволили ее из-за зависти. Прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, победившая в 2019 году на конкурсе «Краса Росгвардии», подала иск к бывшему начальству с требованием о своем восстановлении на службе. Храмцова считает свое увольнение незаконным и требует 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации. В случае победы часть денег Храмцова обещает передать фонд «Доктор Лиза». Если кто забыл, этот фонд назван в честь Елизаветы Глинки, адепта русского мира, которая засветилась со своей деятельностью на Донбассе и в Сирии. А теперь слушает концерты Кобзона вместе с ансамблем Александрова. Бывает. В любом случае, зная нюансы российского правосудия, в победу Храмцовой не слишком верится. Поэтому установить справедливость здесь можно только старым добрым способом. Я требую суда поединком. Да, именно суд поединком точно бы расставил здесь все на свои места. Храмцова бы сражалась за себя, а Росгвардию должен был бы представлять Виктор Золотов. Но он такие штуки любит. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. И, в принципе, неважно, кто бы победил. Смотреть было бы точно интересно. На першій сходинці піраміди Маслоу розташовані фізіологічні потреби людини. На останній – прагнення до самовираження. Відповідно, поки людина не задовольнить своє почуття голоду, то про ніяку духовність, мораль і про осмислення своєї ролі у суспільстві вона думати не буде. Ідеальний приклад країни, де населення лише вступило на першу сходинку піраміди потреб –
це Північна Корея. Бо там люди думають виключно про те, як наїстися і не розгнівати своє пухкеньке божество. А де найкраще переймають північнокорейський досвід? Правильно, на Росії. Жити стало лучше. Жити стало веселее. Все новое – это хорошо забытое старое. Россиянам, в принципе, и так ничего забывать не надо, ведь последние лет 20 сталинскими постулатами только и живут. Единая Россия очень много сделала достижений, они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться. Правда, это Света из Иваново сказала почти 10 лет назад, а сейчас на смену ей пришли деды из Бийска. А я 10 лет! 10 тысяч пенсий получаю, 2 высшего образования. Получил пенсию 10 тысяч, 5 тысяч на карте, на что я живу? И простые, безымянные, рандомные бабульки отовсюду. А если бы не дети, я бы вообще с голоду бы подохла. Вот честно говорю. Стало понятно, шило в мешке не утаишь, ведь на России действительно наступила проблема с питанием. Людям жрать нечего. Причем жрать нечего не только простым банальным режиссерам. Они там что-то варили в кастрюльке, мясо. Мы с ними выпивали и предложили закусить. Ничего не сказали, а потом, когда я уже закусил, они сказали, что это была собака. А даже элите элит, российские космонавты были вынуждены сидеть на голодном пайке. У российских космонавтов на МКС закончилась еда. И чтобы оттянуть голодные бунты, да и вообще как-то стабилизировать ситуацию с продуктовыми запасами, власть Рашки пошла на беспрецедентные шаги. В Счетной палате поддержали появление продовольственных сертификатов в России. Это баян! Да, была когда-то такая практика в Советском Союзе, когда нуждающимся, а это где-то 98% населения великого и могучего, выдавали хлеб в обмен на талончики. В конце концов, не только в СССР такое было, но и в злых 90-х. Да и вот буквально 3 года назад на России тоже эту идею активно поднимали. Важная новость в сфере социальной политики. В России разработана программа помощи российским гражданам с низкими доходами. Уже через год они смогут расплатиться за молоко, мясо и свежие овощи с помощью специальной электронной карты. Правда, тогда еще все деньги на Пынин дворец в Геленджике не пошли. Но сейчас власть решила, если уж космонавты у американцев пищу выпрашивают, тогда пора. Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования разных видов помощи, как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие. Первое, что приходит в голову – очередное возвращение к блаженным временам совка. СССР! Родина! К этим многокилометровым очередям и доставанию необходимых товаров среди знакомых, которые в советские времена считали заботой партии о родном народе. На самом деле, не бывать такому. Федя, это не наш метод. Ясно, что не их. Их метод – это… Если вы еще до сих пор не поняли, что делает печатающее устройство на кухне, я сейчас все поясню. Мы будем практиковаться в пищевой печати. Да, пищевая печать. И сегодня мы с вами будем делать съедобный блокнот. А где съедобный блокнот, там и съедобный пищевой сертификат. Чего у нас сегодня? Вода? Соленая. Как ты любишь. Власть бешеный принтер запустит, и вся семья накормлена. Якщо вам раптом захочеться перед сном розвантажити мозок, можна відкрити Кримінальний кодекс Російської Федерації. Там ви знайдете статтю 385 «Зловживання службовими повноваженнями». За порушення закону можна отримати до 4 років. З огляду на те, що зараз відбувається на Росії, здається, що ці та інші статті Кримінального кодексу були написані по приколу. Водка – самий лучший актер і персонаж русських фільмів. Не существует запоребриковой комедии, в которой бы кто-то не заливался от горя, радости или просто так. Водку надо пить каждый день. Особенно ярко среди этих картин выделяется «Самый лучший день». Создатели назвали его первой караоке-комедией. Люди адекватные поняли, что это… Уши хуйня. Мент в исполнении Дмитрия Нагиева бухает, гуляет, забивает на службу и злоупотребляет полномочиями. А потом еще бухает. И кто бы мог подумать, что самый лучший день основан на реальных событиях. Речь, правда, не о менте, а о пожарном, и действие происходит не в Подмосковье, а в селе Викулово Тюменской области.
Российские пожарные пожаловались на требующего варить ему уху алкаша начальника. Приезжает на посты, дает команду налить ему водки и сварить ухи. Наматывает по 100-200 километров за ночь, прожигая казенный бензин. А также использует спасателей в качестве таксистов. Че не поем, ребята, а? Пожарный Эдуард Тетеркин, которого пьяный шеф ночью поднял по тревоге, рассказал, что это не первый раз. И на этот раз у людей уже накипело. Ведь когда пожарную бригаду ночью поднимают по тревоге, спасатели готовятся гасить пожар, а не буйного от водки начальника. Жизнь вещи, Вася. Никто не поймает свои вещи, Вася. Поэтому гнев Тетеркина вполне справедлив. Они пришли работать в МЧС. Они пришли помогать, спасать. А не катать алкашей начальника. Пожарных в Викулово ждут проверки. И если этот водкоборец никому ни кум и ни сват, его уволят, и он получит свои... Но после этой истории есть какое-то странное ощущение, что... Все ж было уже. Судите сами. Живет за казенный счет, делает все, что угодно, заставляет холопов варить уху. Именно так. В Тюменской области появилась собственная версия мини-деда. Остановитесь, остановитесь. Похоже, Путину удалось превратить нацию в стадо послушных рабов с правильно выстроенной иерархией. Был прав Цицерон. Раб мечтает не о своей свободе, а о своих рабах. О своих рабах и о собственной антиковидной вакцине, который сам боится прививаться. Жаль только, что уха с уханским коронавирусом только созвучны. З 2015 по 2020 експорт зброї на Росію впав майже на 20% у порівнянні із попередньою п'ятирічкою. Звісно, країна й далі в топах постачання стволів та іншої техніки. Але тенденції насторожують. І з такими темпами у п'ятірку економік міра ніяк не увійдеш. І це далеко не предел. А щоб Росія хоч трохи наблизилась до воєнпрома США, почали продавати власну гордість. Чудеса танка «Армата» можно видеть уже 7 лет. Но раньше, чтобы взглянуть на это чудо, нужно было ехать в Россию. Я заснял. Теперь гордость российского оборонпрома точит гусеницы на экспорт. На танк оформлен рекламный паспорт. В ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют. Вопрос только, а куда же отправится танк? Преимущественно русские свое оружие перебрасывают в какие-то жаркие страны. На Ближний Восток, Латинскую Америку или в Африку. Но какая особенность этого танка? «Армата» может получить электротермохимическую пушку. Это пушка, которая может всех согреть, а потому она нужна в холодных местах. В тех, куда раньше с разведкой ездил путинский шпион Кирилл. Вопрос, а зачем деду танки в Антарктиде? Конечно, можно было бы такое сделать. Наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. Но вместо ученых поднять уровень мирового океана может «Армата». Конечно, логично, только зачем Путину такой катаклизм? Это довольно логично. Все ради комфортного выхода в большое плавание прямо с аквадискотеки. Супер аквадискотека, аквадискотека. Здесь я к слову супер добавляю пупер. Військам спочинок. Ну а ми ходімо ділитися трофеями своїми. Це слова великого Шекспіра з поеми «Юлію Цезарю». А ось це вже третя симфонія Бетховена. Її геніальний композитор присвятив Наполеону. На Росії ж також мистецьке діяння подарували одному державному лідеру. Тільки от в які аналоги йдуть ці творіння? Питання ще те. Конечно, на антипутинские собрания пришло людей много. Нет, вышло мало людей. Но это действительно доля по сравнению с тем, как массово в России начали собираться на флешмобы Путина. Может, не совсем такие, но очень уж похожие. В России запущен флешмоб в поддержку Владимира Путина. Люди записывают видеообращение с хэштегом «Путин наш президент». Ростов-на-Дону, Барнаул, Солнечногорск – все под музыку и танцульки царя-деда восхваляют. Путин наш президент! Владимир
Самые впечатляющие в Екатеринбурге, где работники Сималэнд воспевают Вальдемара Ёршиковича. И это не единственный логический флешмоб, потому что такой лояльностью гипермаркет пытается выбить тендер, чтобы создать стройку века. Но другие, зачем другим этот трешняк? И вариантов не так много. На первый взгляд, это такая превентивная вещь. Все ходят на флешмоб, чтобы такая ситуация не случилась за невыход на хэппининг. Не получилось, не фартануло. И, скорее всего, причина в другом. В России с 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин. А значит, спутник ВИ, похоже, начал наконец-то действовать. За тебя, якщо зараз мовознавцям піднатужитися, то можуть змінити прочитання абревіатури акроніму БДСМ на більш актуально. Бо М там то вже не мазохізм, а москалізм. Але хто того мазоха вже пам'ятає? А тут гамселять із року в рік, а народ тішиться, висловлює підтримку омонівцям. В черговий раз зі словами підтримки нашої правоохоронної системи. Уважаемые товарищи полицейские, сотрудники в городе, в частности, ФСБ и всех силовых ведомств, знайте, что благодаря вам мы чувствуем себя в безопасности и строим планы на будущее. Але одним роликами не обійшлося. Для доблестных переможців підлітків придумали різноманітні пряники. Когда в автозаке пакуют тысячами, а на улицах люди рискуют стать инвалидами, местная власть не могла остаться в стороне. Взять хотя бы Петербург, где ОМОНовец заехал ногой в живот женщине. Губернатор Беглов отреагировал почти мгновенно. А на оскорбление и побои перед судом ответите? Ну, не совсем так. Губернатор Петербурга Беглов предложил ежегодно праздновать День силовиков. Они денег обещали. Пусть ломают, что хотят. Силовики – это известно кто. Символическим было бы праздновать этот день 29 февраля, раз в 4 года. Свежо предание, а верится с трудом. По-особому приветствовать силовиков не нужно. Просто выходишь на улицу, а они уже развлекаются, как умеют. Все как обычно, просто под мухой, как те из фонтана. Бутылки об голову, как ВДВшники, бить не надо. По крайней мере, об свою голову так точно. Или что они там еще с бутылками привыкли делать? И главное, на этом не останавливаться. Я не против критики. Я критику лично... Каждое критическое замечание можно превратить в праздник. 2 марта, в день обнародования расследования о Димоне, будет день винодела. 1 июля – величественный праздник обнуления. 3 октября, когда был подписан закон о пенсионной реформе, будут отмечать день борьбы с ожирением. Приговор Навальному превратят в день защиты оппозиционеров. Навальный сбежал от своих друзей, которые хотели его там же и убить. Так он опять же приехал в неродную ему Россию, под защиту, под крыло Путина Владимира Владимировича. А день убийства Немцова в конце зимы окрестят днем доблести чеченского народа. Ведь какая разница, как называются праздники? Главное, чтобы народ не отвлекался на всякие протесты. Ставте лайки, друкуйте коментарі, підписуйтесь на канал і не забувайте друкувати на нашу електронну пошту. Кремлін Вісті, Укрнет.